Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем мы прохождение игры Rome Total War. Вот македонская экспансия. Что начались после серии войны с Левкидами. И уже захватили у них Пергам, осаждаем Сарды и Галикарнас. Так, ну что, теперь нажимаем конец хода. Левкиды напали на нашу армию, которая осаждает Сарды. Ну что ж, давайте, может быть, мы возьмем город, если нам повезет. Начинаем размещение войск сразу же. Хотя здесь у нас, конечно, ранние перковых легионеров, но я, судя по соотношению сил, усилив киду, здесь тоже войска не ахти. Я думаю, агем у них здесь не так много. Ну, один отряд точно есть, потому что он в городе сидел, я видел. Но что касается остальных, это я не знаю. Так, в общем, ну, в любом случае нам нужно сейчас разбить сначала вот этот армию, который на нас напал, причем разбить ее как можно быстрее, пока не подошли подкрепления с города. Потому что мало ли что. Давайте вперед навстречу врагу. Небольшой холмик. Так, ну кто у него тут? Фалангиты, фалангиты. О, ну фалангиты — это нормально. Катафракты. У них, правда, мало. Всего 10 человек. 10 всадников катафрактов. Так, алкасписты бегут по нашей коннице. Хотя их не так много, но лучше не вступать с ними особо в схватку. Иначе это может боком обернуться. Так, все, давайте стоять. Давайте вообще кавалерию переместим сюда вот. Так, выставляем нашу пехоту таким мешком. Либо, как хотите, форму подковы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут наши зацепились. Только не фланг. Ходить, чтобы они вас фланг не били. Уже видите, какие потери понесли. Это удары врага по флангам. Так, ну у нас пока вот никто не бежит, это хорошо. Отлично, вынесли мы клюзухов.
Ох, да, там, блин. Наш легионер был с катафрактами сцепились. Ага, не выдержали вражины. Так, тут кто еще сзади напал? Тихо, давайте-ка сюда. Сегодня не выдержали вражеские копейщики удара. Давайте уничтожаем, пока не бегут копейщиков. И сюда. Выдавать сюда. Так, подкрепление из города уже близко. Так, ну все, здесь, в принципе, все решено. Давайте разворачиваем теперь. Фронтом сюда вот. У нас некоторые подразделения большие потери понесли. То у них там опять катафракт возвращаются. Преофлорит фигня. Там, в принципе, бегущим уже наши лучники справятся. Так, я смотрю, там у них генерал, походу. Ну да, сам от Филаки доспех, нам бы их выманить бы на нашу кавалерию. Давайте-ка их подразним немного. Стоят ли они от желания атаковать нашу кавалерию? Так, сначала вроде попытались на нас, да, но потом... Нет, все-таки они не удержались, решили нас атаковать. Нифига. Стоп, стоять, стоять, стоять. Главное здесь терпеливость. А теперь атакуем. Главное, чтобы он у них не убежал от нашего окружения. Так, кто у них там еще? Новокритские лучники. А там, по-видимому, гем идут, да? Да, гем серебряных щитов. Давайте главного генерала не упустить нам. Все, генерал готов. Так, теперь давайте берем наших лучников. Обходим лучников врага здесь по флангу. Вот. Так, кавалерию. Главное не спугнуть их. Кавалерию давайте сюда вот. Главное их не спугнуть. Так, а пехота пока у нас пускай. Бьется с вражескими агемами.
Сейчас мы восстановим всех как надо. Так, вы давайте сюда вот. Так, все, лучники, давайте стрелять по вражеским стрелкам. Теперь давайте атакуем все сразу, со всех сторон. Ну как совпало, прям кучка такая образовалась. Хотя сейчас они все равно будут разойтись как им надо, как им удобно. О, да наши лучники уже перестреляли почти всех. Остались только агемы, которые так потери уже несут серьезные. Давайте еще залп, и все кончено с ними будет. Уже 105. Все. Наши лучники с этими разделались с лучниками. Так, теперь давайте вот реофлоров обстреливайте. Копеечки врага уже бесилившие. Так, кого нам еще нашим мужникам в качестве мишени бы найти? Ну все, здесь уже никого больше нету. Остался только отряд агем. Давайте пока выйдем наш кавалерий на позиции. Немножко они отдохнули, но это сейчас они опять устанут, пока бегут. Ну ничего, копейщик, в принципе, вот так уже, пока не добегут, их уже останется. Думаю, что-то в районе 50-60, наверное. В принципе, конечно, пехота здесь справится, но потом кавалерия как-то побыстрее, что ли. Особенно, когда кавалерия еще свежачок. Так, давайте заходим сзади. Можете даже шагом это делать. Уже 80 осталось всего. Так, они уже по-другому развернулись. Давайте-ка отсюда попробуем сейчас. Все, они побежали, давайте добиваем быстренько их. И город, я думаю, будет наш. Все, победа. Победа.
Победа, победа. О, кстати, мы не очень-то много потеряли. Где-то в районе 300. Отлично. Электрис Магнус сдалась. Германцы. Давайте с ними автоматом приведем на сражение. Безоговорочная победа. Сенат нам дал задание блокировать порт Гадир. Так. Отлично. Два города мы взяли. За один только конец хода. Так, теперь давайте по войскам. Сади, давайте, наверное, вот на этом ходу пока флот наймем. Коринфе у нас медленно, но верно собирается армия с претарианцами. Так, ну вот эти армии, правда, которые у нас как сейчас. Ну ладно, сейчас мы к этому всему вернем сейчас. Пройдемся по наймам, по строительству. Горам давайте заполним до конца, а то я знаю, любят они здесь потом партизанить ходить. Какие-то там карфагеняне любят, кто будут пытаться захватить наше поселение врасплох. Так, Масили, кстати, на самом деле прибучилась. Их гамме. Продолжаем переобучение, также нанимаем здесь претарианцев. Кстати, насчет Пирсгам. Здесь кто у нас за кампа? Давайте ставим свой. Налоги подгоняем до самых высоких. Ничего себе, Пирсгам 15 тысяч дохода приносит. Так, ну теперь по строительству, по тайне, сыгранный переписчик. В Кедоне строим ипподром. Так, а почему здесь стоит автоматическое управление? Дальше, саморобник строим акведук. Налоги давать тоже, наверное, очень высокие поставим. В принципе, рост населения 1% нам вот позволяет. В Демидии строим рынок. Значит, в Ираке строим площадку для обучения. Обучаем здесь нашу кавалерию. Осталось нам, в принципе, здесь только стрелков перебучить. К Маладуне. Публичные бани. Самый развитый у нас по-прежнему царство селевкидов, несмотря на поражение, понесенные ими. Опа! Шанс достичь вашей власти, ваша популярность среди римского народа ни с чем не сравнима. Если вам взбредет в голову двинуть войска на Рим, плебеи будут считать вас новым спасителем республики. Настало время разобраться с замшевыми стариками сенат и их жалкими прихвостнями. И кто помнит, это сообщение означает то, что мы можем теперь нападать на наших союзников.
Но мы пока, наверное, это делать не будем, потому что там у Степенов очень много войск, а у нас пока еще очень много проблем по всем направлениям. Так, а почему? Наверное, знаете, что я понял, в чем дело? Вот так вот нажимаем и вернуться к игре. Налоги ставим давать очень высокие. Так, а что здесь за пантеон у них? Интересно. Опыт войск плюс 2. Ну пускай, ладно, оставим этот пантеон. Строим акведук. Так, теперь. Так, а давайте-ка, наверное, тоже здесь будем потихоньку заменять на претарианцев. Нашу армию сейчас мы раскидаем немного. Всё. И нанимаем отряд претарианцев сюда. Остальных всех переучаем. Чудо захвачено. Видео притормаживает. Сам Артемид Эфесский. Захват этого великого чуда, замечательный подвиг наших солдат, достойный любого героя римского. Так, храм снижает на 30% стоимость строительства новых религиозных зданий во всех поселениях. Ладно, давайте, блин, притормаживать что-то. Так, триарий нам дали за сарды. Ну-ка, давайте возвращаемся пока сюда вот. А, с Испании начнем. Так. Идем здесь сейчас сосредоточение армии. Выводим из Массилии. Мы все пополним, теперь обучились отряды. Так, где бы нам всем словиться бы? Так, здесь вот у нас идет армия. Давайте тоже сюда всех. Сейчас мы здесь их соберем. И тут у меня дилемма, что нам захватывать. Либо Нуманс, либо, может быть, сначала по побережью пройтись. Хотя давайте, наверное, Сагун сначала возьмем. Карфагенский великий город. Нуманс это так, не особо город, скорее всего. Хотя, это, конечно, они здесь делают и бычьих воинов, и избранных всадников ветеранов, но... В принципе, вот эти бычьи воины, всадники ветераны, они страшны для более таких слабых солдат, но для претарианцев, конечно, не очень влияет. Ну, влияет, конечно, если их, допустим, большинство, чем наших. Но, как все равно, не так. Так, ну, как я сказал, хоть у нас уже есть шанс достичь власти, но пока мы пользоваться этим не будем. Так, давайте литейную построим в Коринфе. Так, вот он, сенат. Зал заседаний. Но у нас по-прежнему 7 пунктов мы по популярности в народе. Так, по характеристикам, в принципе, ничего не изменилось пока. Так, давайте секундочку сюда вернемся пока.
Блин, я даже не знаю, вот нас зарец с армией, может быть, отправить нам их. На себе скидывал бы. Или как бы лучше сделать бы. Или Испанию сначала захватить. Да, видите, теперь появилась эта штучка, то, что мы можем открывать союзников. Но пока мы делать это не будем, потому что мы не готовы пока к войне. Хотя, конечно, Испанию бы как можно быстрее бы нам лучше разбить бы. И потом с севера здесь обрушится на селевкидов. Я не знаю, союзники, может их напоследок оставить или сейчас их атаковать, ну как сейчас, когда будет возможность, скажем, после захода Испании, например, можно. Так, ну давайте штурмовать Галиканас сразу, пока у нас есть, так, топ, пока у нас есть возможность. Тем более, что селевкиды уже начинают подтягивать сюда свои войска. Войска, скорее всего, не слабые, я так полагаю. Блин, жалко, у меня здесь агенты нет. Давайте Митилене, может, сделаем агента. Агента давайте, убийцу и дипломата, трех агентов сделаем, сразу их сюда поместим. Так, еще хотел бы посмотреть, что у нас с ремином-то. Растет город или нет? 1%, да, пока растет. Я думаю, в ближайшее время вырастет, и тоже мы здесь сможем делать претарианцев. Да, блин. Убийцы какие-то у нас, конечно, времени не делаются. Плохенькие. Так, ну что, давайте Галиканас штурмуем. Отрядов там не так много. Вмещаем войска сразу же. Время-то у нас уже поджимать начинает. А нам еще нужно взять город. Так, башни. Башенки, башенки. Сейчас послать туда, нас там сейчас расстреляют. Давайте что ли отсюда. Давайте сюда. Давайте сюда. Ну а вы тогда пробуйте по прямой. Вот сюда вот. Все, начали мы штурмовать Галикарнас. Кто у них тут на стенах? Ученики какие-то.
Ну да, какие-то лучники. А сколько у них здесь всего отряд? Какие-то, ну, под арбалет, что ли, у них? Так, я так понимаю, здесь у них три отряда в общей сложности. Отряд лучников, генерал и еще в центре города кто стоит у нас тут? Отряд клевухов. Ну, так нормально. Неплохо даже очень неплохо. Клевухина там вполне пассивом. Так, ну что тут наши башни? Стрелки с гастрофетами такие. Наши башни начали атаковать этих лучников. Ну, бы так в медиволе бы тоже башнями стреляли. Ну, это, по-моему, то, что у нас солдаты стреляющие, то есть могут кидать пилумы. Да, вот видите, их у них пилумы тратится. То есть тоже, значит, это все ограничено. Сейчас пивом потратить, и наши башни уже стрелять не смогут. Блин, уже урон 12% у нашей башни. Ну ничего, по крайней мере, две там должны еще дойти. Которые с боков сейчас пытаются прорваться. Давайте быстрее, вон, доведите башню, чтобы она не развалилась. Иначе, если сейчас у нас все башни разрушат, это будет поражение сразу же. Ну, хоть одна достигла, слава богу. А то здесь уже 25% потери башни. 27 уже никак еще даже не докатят. Все, башня загорелась. Выстраиваем с черепаху. Быстрее, 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 быстрее. Хотя я так думаю, что черепаха нас все равно не спасет. Отстрел со стен. Давайте поближе к стенке, что подойдем. Давайте бегом, не шагом. Так, ну что у нас тут? Блин, не видно, залезли они, нет там. Еще одна башня тоже дошла. Да блин, всех уже почти перестреляли. Бежать обратно уже смысла нет, все равно перестреляют. Все равно стреляют. На боку, что ли? Откуда они долбятся по нам? Да блин. Давайте беги туда, если успеете. С
целый отряд перестреляли уже. Хотя я надеюсь, что Галикан у нас тоже великий год, чтобы нам восстановить потери. Сделать здесь притрианцев. Нужно было. Так, ну слава богу, хоть две башни у нас дошли. Давайте сразу сюда. Сейчас захватим ворота. Так, кстати, здесь как в центр города бежать? Тут можно? Да, вот здесь можно, в принципе, вполне пробежать. Так, там еще пока из башни не вылезли. Давайте скорее, здесь этих стрелков сейчас повалим, с быстрофетом не зайдем, чтобы нам в город зайти можно было. Так, все, там нас тоже вылезли уже. Давайте, бегите сюда, захватываем ворота. Сначала, первым делом. Здесь уже наши воины тоже добежали почти до стрелков. Вот они бегут. Давайте, вон ворот сейчас захватить. Наши воины не смогли заходить. Так, ворота, так понимаю, захвачены, да? Да, все, ворота захвачены. Значит, теперь берем всех вот этих вот наших солдат, кто до этого времени спокойно стоял, наблюдал, и ведем их, давайте, в центр города. Ведем их сюда. Так, вы давайте бегите теперь к этим воротам. Так, а вот этот отряд, бегите, бегите вот сюда, вот. Так, давайте сейчас все нам быстро. Это время уже.
так, давайте наши войска сосредотачиваем здесь. Быстро, 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 быстро. Что такое, блин? Быстрее давайте, атакуйте их. Давайте быстрее добивать уже клежухов. Давайте до нашу кавалерию пока. Хотя пока она добежит, уже может быть все кончено. Давайте сейчас вражеского генерала сейчас вместе атакуем, клежухов все равно сейчас забьем. В процессе. Еще 6 их осталось, еще немного. Генерала убили уже. Остался не последний всадник. Так, ну что, враг потерял, ну, конечно, мы понесли большие потери, но враг тоже всех потерял и потерял город, самое главное. Захвачено очередное чудо, мавзолей в Галикарнасе. Так, ну что, мы здесь что смогли, пока то сделали. Хотелось бы, конечно, еще бы Ипс взять. Но не хватит нам, походу, уже. А ты
войск, здесь пока мы будем всех переобучать. Давайте наймем первую четыре дружины скорпиона. Лучников постепенно распустим. Подходит здесь уже подкрепление, вряд ли мы уже сможем ИПС, тем более у нас войск пока нету. Скорее всего, поэтому здесь мы будем переходить пока к обороне. И пока как у нас появятся возможности и силы, будем пытаться дальше продвинуться вглубь. Хотя следующей целью у нас здесь уже будет, скорее всего, ИПС. Ну, нет у нас пока войск для этого, поэтому пока будем ждать. Пока будем обороняться вот эту небольшую полоску. Туши, которые мы здесь захватили. Так, ну что, на этом будем завершать. Дальше ход закончим уже в следующей серии. До новых встреч, всем пока.